Спортивные рекорды случаются не только на Олимпиаде. 75-летний житель Эжвы Владимир Леуданский этой зимой проехал на лыжах 450 километров. Не сразу, но за достаточно короткий по времени срок, чуть больше, чем за месяц, он вышел на дистанцию целых 45 раз. На лыжне со спортсменом встретился Северин Арпа. «Ни дня без спорта» – вот девиз Владимира Станиславовича Леуданского. Практически каждое утро он начинает на лыжне. Уже привычные 10 километров любитель активного образа жизни проходит классическим стилем, причем практически без остановок. В апреле ему исполнится 75, однако почтенный возраст – не повод бросать полезные привычки. Наоборот, это стимул, чтобы заниматься еще больше и почаще выбираться на свежий воздух. «Вот 10 километров прошел, настроение стало отличное. Движение – это жизнь». Владимир Станиславович говорит, со спортом был дружен всегда. Еще в детстве бегал на лыжах с ребятами из своего поселка. Сегодня здесь он один из признанных лидеров. Любитель активного отдыха прошел 10-километровую дистанцию уже 45 раз. То есть в целом 450 километров. И то ли еще будет, если позволит погода, кататься мужчина планирует до середины марта. «Начал я ходить 7 декабря и закончил 30-й раз. 15 января. Лыжные прогулки – это активный отдых на природе, общение с природой и здоровый образ жизни». Удалось в этом году Владимиру Станиславовичу и досрочно набегать километраж для конкурса «Лыжня здоровья», который проводит на лыжной базе в Эжве. Пенсионер участвует в нем с 2012 года и даже выигрывал пару раз ценные призы. Главное условие – пройти дистанцию 15 и 30 раз. Самому старшему спортсмену в этом сезоне 85 лет. «При регистрации мы выдаем карточку специальную, там штрих-код и индивидуальный номер для каждого человека. Потом в день забега он приходит с этой карточкой, мы ее сканируем, вносим в компьютер и выдаем жетончик тоже со штрих-кодом и номером. Потом он идет к ящичку, опускает его в ящик, на дистанции 5 километров стоит ящичек. И вечером эти жетончики собираются из ящика, привозятся сюда». Из года в год количество участников конкурса растет, и несмотря на то, что регистрируют тут только с 18 лет, со взрослыми на лыжню за компанию выходят и маленькие дети. За 2 месяца уже более 300 участников. Из них 15 раз дистанцию уже прошли 112 человек, а 30 – 16. Организаторы конкурса не сомневаются, до финиша дойдут, если не все, то, по крайней мере, большинство. Ведь такие активисты, как Владимир Станиславович, вселяют и в других еще больше мотивации активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Северин Арпа, Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал «Юрган», Эжвинский район.